Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить игру Cats. Успешных защит в чемпионате 10 штук, хорошо, замечательно просто. У меня ящик активный, давайте его вскроем. Отличненько, значит тут одни корпуса. Ну и колесики, жало, в общем понятно все. Мне осталось, ребята, немножечко буквально дождаться конца чемпионата, и я перейду на первый престиж. Ну, а короче говоря, я ее просто-напросто пройду, эту игру. Ну что ж, давайте тогда... Нет, ставки мы, думаю, не будем делать. Они нам ни к чему, тем более под конец игры смысла нету. Так, улучшать машину. Не надо, я думаю, даже не стоит. К чему все это? Ума не приложу. Так, корпуса так себе. Ничего мы, наверное, не будем делать, ребята. Мы, наверное, с вами... А у меня две звезды. Но зато энергии не хватает, чтобы ее одеть. Печалька, конечно. Получается, что ничего я не могу здесь сделать. Ну, давайте тогда зайдем просто на чемпионат. И просто посмотрим, что у нас здесь творится. Ну-ка. Да, вот этих вот ребят я, ребята, и не могу замочить. Их тут, по-моему, двое, если я не ошибаюсь. Нехм. И второй у нас... Сейчас глянем, как его там... Ага, Бондик. Ну, в принципе, мне это и не столь важно. Все равно я стою на первом месте, они меня не переплюнут. А я автоматически перейду на следующий уровень. И будем продолжать с нуля все. Но если, конечно, вам будет интересно, я буду продолжать снимать ролики по этой игре. Как там у меня дальше будет развиваться все. Ну, а если нет, то закончим тогда на этом все. Так, ну что, давайте попробуем, может быть, таким вот макаром. А почему бы и нет, да? Один бой всего лишь. Так, пробный. От нечего делать, как говорится. Ну-ка. Нет, 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 ребят, проиграл я. Ну что ж, давайте тогда увидимся с вами чуточку позже. Ну что, ребята, так уж получилось, что я перешел на первый престиж и уже нахожусь на четвертом этапе, потому что я с мобильника поиграть немножко решил, не удержался. И пролетел, так сказать, на крыльях счастья все это дело. Давайте тогда посмотрим, что у нас тут. От спонсоров ящик пришел. Циркулярки. Ну, в общем... Ага, один только ящик с атакой. Это хорошо. И еще один мой ящик активировался. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, не сказать, чтобы... Ах. И бонус. Что у нас? Колесо. Бигфут. Чё там такое, не пойму. Чё-то залагало все. Ладно, ребята, как видите, я на первом месте. Опять же, четвертый этап. И... Ну, давайте, наверное, начнем с вами. Ага, надо два ящика нам набить для начала. С чего мы, в принципе, и начнем с вами. Слава, готов. Отдохни маленечко. Следующий, кто у нас там на подходе будет? Бил, ну иди сюда. Еле едет. Думает, что его жало спасет. Но не тут-то было. Так, ящика еще до сих пор не дали. Ладно. Вау, а вот это вот серьезная штука. Бамс, неплохо. Неплохо он мне прижарил. Нормально. Ладно, давайте еще бой. Так, ну-ка, что здесь у нас получится? Ну, здесь все вроде бы хорошо. Элит плайер. Ладно, следующий. Ага, ящик один получили, замечательно. Еще один осталось. Так, ну-ка. Оу, нифига. Нежданчик, ребята, был какой-то. Никак не думал. Причем валун и устоял на месте. Даже не упал, не скатился. Это какая-то прям редкость. Да. Так, ну. Вени. Ай-яй-яй-яй. Все, Вени.
выкурил по полной программе. Ладно. Ну давайте ящик-то уже, елки-палки, сколько я уже буду этих боев-то делать здесь. Тихо, успокой. Оу, финки, ты не перепухли, братиша? Как ты довольно быстро меня ты сейчас накумарил. Хорошо, хорошо. Я буду драться до того, пока не получу свой законный ящик. Оу, Лейден, ты просто умничка. Вот так вот продолжай дальше играть. И... Оу, тихо, тихо. Ну неужели, неужели мне дали хороший ящик? Отлично. Ну что ж, давайте посмотрим здесь, кто у нас тут. Ага, Раза, Фредди Клапа и еще там некоторые. Так, давайте-ка мы с вами немножко, наверное, улучшим нашу машинку, я думаю, да? А почему бы и нет? Вполне, вполне даже у меня запчастей куча. Кристаллов тоже пока хватает. Так, давайте мы сделаем, знаете что, где у меня ракетница, а? Надо, наверное, я думаю, взять ракетницу, вот эту вот. Так, давайте ее ставим сюда, а в нее уже вольем нашу, там, сколько мне уровней-то, я даже не знаю. Вот так будет замечательно. Да, я хочу влить. Сколько? Ну, не намного, конечно, выиграли, но, тем не менее... Прибавочку все-таки дала эта штука к атаке нам. Давайте вот так, наверное, сделаем. Погодите, вот на эту. Чтобы равномерно было у нас, да. Итого у нас 106 к атаке. Недурно, я считаю. Елки-палки, что-то не подходит. А сюда нифига что-то не прокатывает. В чем проблема-то, не могу понять. А? А, может, в деньгах, елки-палки. Ну-ка, давайте-ка. Ну, вроде бы все. Денег у нас 1683. Поехали. Хо-хоу, Раза. Малорик, спасибо за медальку. У, Фредди Клапа, тем более, спасибо. Да, халява. Просто халява. И винера вынесли. Ну, а дальше, в принципе, можно было бы и не играть. Ну, давайте просто глянем сейчас. Джон Сина. С удара снесли. Даймонд. Ну, тоже далеко не уехал. Так. Рафсайд тоже сгорел. Ну, пока какие-то ватные тут ребята. Вообще просто как орешки щелкаю. Мунлайн. Так, 404. Тоже готов. Макс. Оу-оу-оу. Нормально. Пул. Да, ну, ребят, может быть, я такими темпами сейчас и перейду автоматически на следующую лигу, а? Ага. Да, ребята, так и есть. Я перешел на пятый этап. Вот так вот бывает. Ну что же, доступны новые детали, синенькие. Давайте вот эту вот наклеечку возьмем. Отлично. Супер ящик. Давай, давай, что-нибудь хорошее. Ну. Ящик дай мне, ящик. Нет, нихера он не дал мне ящика. Ну, 6 кристаллов тоже неплохо. Вроде бы все, да? Так, ну что, начнем, наверное, с битвы и посмотрим, что мы здесь вообще стоим. Так, Дрейжена развалили. Вау, отлично, отлично вышло все. Так, Ник, ну, ты пока там доедешь, тебя, конечно, разбомблю. Бугра. И бугру мы снесли. Давид. Ну, довольно пока неплохо мы идем. Пират Карма. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки пират Карма меня сделал. Сами видели, все прекрасно. О, а это вообще Фабио просто халява, чисто говоря. Так, Хома, Хома, тихо, Хома. А, видел? Вот так вот. Ну, джи-джи. Все. Вообще, просто развалил. Так, 10 побед уже, ребята, у меня. Артемка, Артем, тихо. Вот так. 11. Коте. 12. Ну. 13. Да, буквально одной победки не хватило, чтобы перейти на следующий этап. Жаль, конечно, но, тем не менее, я на первом месте в данный момент. Ух, что не может не радовать, ребята. Пират Карма, да, значит, меня сделал.
Это у нас башня. Ладушки. Так, подождите. Опять что-то у меня не получилось. Вроде деньги есть, все есть. Ай-яй-яй-яй, ребята. Все, я понял, почему я не могу. У меня же эти, как их звать-то? На максимуме все, все мои пушки. Вот поэтому-то и не получается. Ах. Вообще плохо, плохо все это, ребята. То есть я достиг предела в этом оружии, мне надо что-то теперь делать. Усилять только корпус, если, да? Ну, другого варианта я пока не вижу. Ну что ж, давайте тогда, наверное, с вами будем вливать потихоньку. Так, давайте, наверное, не с этого, а с проныры, да, наверное, я думаю, начнем. Вот, который у нас... Блин, давайте с него. Ну что, неплохо, а этот нормально. Всех, всех под откос. Так, маловато все равно, как-то 114 хп меня не устраивает. Все надо сливать, оно мне действительно не нужно. Эти корпуса я все равно ими пользоваться не буду. Ракетницу тоже, наверное, сливаем. Так. Лазер, естественно. Пилы. 126. Ну, уже что-то. Уже лучше, намного. Так, давайте колесо это. Так, погоди, во. Ну, придется тратить кристаллы, а что ж поделаешь. Будем вливать в мой корпус все, что можно. Давайте отбойник вольем. Да-да-да, будем тратить его. Ну, все практически у нас за кристаллы. Денег у нас нету, поэтому выходит все так. 138, отлично. Да-да, тратим. Пилы, давайте пилу, наверное, тоже потратим. Почему бы и нет. Так, погоди, вот так вот. Все вливается у нас в корпус. Сколько даешь? 12, ну, неплохо, неплохо. И у нас остается... Что у нас тут остается? Фиг да нифига. Ну, тогда давайте продолжать дальше вливать. Да, это мы вольем. Блин, может быть что-то продать, а? Ребят, давайте, наверное, это... Нет, слишком дорого, блин, для меня. Давайте продадим, наверное. Вот так. Я думаю, что и наклеечки потом тоже у меня пойдут в путь. Ну-ну-ну-ну, давайте вот это тоже продадим. И этот тоже. Так, 2000. Мало-мало денег, ребята. Очень мало. Ну что ж, давайте попробуем теперь кого. Я смотрю, Филиппина. Давайте-ка его начнем. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Нормально. Все, медалька наша, ребята. И следующий у нас там идет кто? Карма, да? Я видел, там где-то у нас стоит карма. Вот он. Ай-яй-яй-яй. Все-таки прижарил, гаденыш, а? Выкрутился, так скажем. И же-же. Ага, вот он, значит, какой. Тогда он был без пушек. Просто у него был корпус один. Ну что ж сделаешь. Ладно, давайте тогда. Что мы можем сделать? Так, давайте, наверное, что-нибудь здесь с вами улучшим. А что можно улучшить? Так, ну-ну, ага. В принципе, ну тут ничего хорошего нету. Там все закрыто у нас. Ну, наставки, естественно, я не буду делать. Давайте вот, наверное, корпус вот этот. Отлично. На 10%, думаю, неплохо. Так... Плюс 9. Да, я хочу ее продать. Так что не компенсируем ни мозги. Давай еще одну продадим сейчас. Так, отличненько. Блин, давайте... Не, давайте еще одну наклеечку, наверное, продадим. Да, вот эту вот. Да, елки-палки, да понятно, что нельзя вливать. Я еще не успел донести, ты уже начинаешь мне тут мозги компенсировать. Так, отлично. И нельзя влить последнюю деталь. Ну, вообще великолепно, просто... Обалденно, блин. Ладно, давайте тогда пойдем, ребят, на чемпионат и посмотрим, что мы здесь из себя представляем. Ну что же, пират Карма, давай посмотрим, кто кого. Есть, ребята, я его все-таки вздрючил. Отлично, просто великолепно. Ну, что у нас там с ЖЖ? Давайте-ка его сейчас прощупаем, так сказать. Ёлки-палки, да, ребят, с ним мне не совладать.
Ну, ребята, а на этой ноте я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях, если, конечно, вы этого захотите. А на этом все. Всем пока и удачи. До новых встреч. Stop bouncing.